بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد اقرأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. Виды поклонения, которые приказал совершать Аллах, такие как ислам, иман, ихсан, и к ним относятся мольба, страх, надежда, упование, чаяние, ар-рахба, опасение, ар-рахба, смирение, аль-хушур, остережение, аль-хашья, обращение, аль-инаба, просьба о помощи, аль-исти'ана, прибегание к защите, аль-исти'ада, просьба о спасении, аль-истигаса, заклание, обет и прочие виды поклонения, которые приказал совершать Аллах, все они должны посвящаться только Аллаху. Доказательством этого является высказывание Всевышнего. Все мечети, все места поклонения принадлежат Аллаху, поэтому не взывайте ни к кому наряду с Аллахом. Каждый, кто обращает что-либо из упомянутых видов поклонения кому-то помимо Аллаха, является мушриком и кафиром. Доказательством этого является высказывание Всевышнего. Тот, кто молится наряду с Аллахом иному Богу, по поводу которого у него нет никакого довода, то расчет с ним у его Господа. Воистину, неверующий не преуспеет. Итак, мы сказали с вами о том, что автор, рахималлаху та'аля, перешел к рассмотрению, к упоминанию некоторых видов поклонения, ибадатов, для того, чтобы подчеркнуть, что все виды поклонения, абсолютно все, должны посвящаться только Аллаху Субхану Ва Тааля. И автор сказал о том, что любой вид поклонения ибадата, любой его вид, и в любом количестве, мало или много, если человек посвящает не Аллаху Субхану Ва Тааля, то такой человек становится мушриком, многобожником и становится неверующим, да упасет Аллах Субхану Ва Тааля. Мы сказали с вами о том, что автор упомянул лишь некоторые виды поклонения. На самом деле этих видов больше. Мы с вами поговорили на прошлом занятии немного в конце его о таком поклонении, как дуа. Дуа – мольба. Мы сказали с вами, что дуа делится на два вида. Дуа – мольба на два вида. Мольба или дуа – аль-ибада, то есть дуа – поклонение. Это любое деяние богоугодное, любое поклонение, вид его является дуа – поклонение. Хорошо? Является мольбой – поклонением. И второй вид дуа аль-мас'аля. Это просьба. Когда человек просит о чем-то Аллаха Субхану Ва Тааля. Дуа аль-мас'аля. Дуа просьба, если человеку Аллах помилуй меня, у Аллах дай мне рай, у Аллах защити меня от ада, у Аллах надели меня потомством и так далее. У Аллах дай мне исцеление, у Аллах избавь меня от долгов. Все это что? Дуа аль-мас'аля. Дуа просьба. А дуа аль-ибада, любое поклонение, любой его вид, является дуа. Почему любое деяние, намаз ли, пост ли, закат ли, хадж, является дуа? Потому что человек своим видом, своим состоянием, если не языком, то состоянием просит Аллах Субхану Ва Тааля помиловать его, ввести его в рай, избавить от ада. Хорошо? Поэтому дуа аль-ибада, человек просит Аллаха, молит его, но языком чего? Языком состояния. Называется билисан аль-халь. Лисан аль-халь, языком состояния. Когда же он обращается к Аллаху с просьбами, то он молит Аллаха языком слов. Мы сказали, дуа аль-ибада, а если посвящается не Аллаху, то есть любой вид поклонения Аллаху Субхану Ва Тааля, то это будет большой щек, выводящий человека из религии. Дуа аль-мас'аля, дуа просьба, когда человек обращается с просьбами. Если просьба касается чего-то, на что способен только Аллах Субхану Ва Тааля, например, дарование рая, избавление от ада, дарование исцеления и так далее,
Так, просьба касается чего-то, на что способен только Аллах Субхану ва Тааля. Обращение с такими просьбами, дуаль мас'аля, не к Аллаху, это большой ширк. Обращение же с просьбами не к Аллаху в вещах, на которые способны творения, находятся в рамках человеческих возможностей, то это дозволено, но при наличии, мы сказали, четырех условий. Четырех условий. Первое, человек обращаться с просьбой может тому, кто является живым, а не мертвым. К мертвым обращение – это ширк, это многобожие. Второе условие, тот, к кому он обращается, должен быть присутствующим. Значит, исключается отсутствующий. Человек, находясь в Киеве, не может обращаться к тому, кто находится в Мекке. Пришел к какому-то праведнику Якуб, который в Мекке. Третье условие мы сказали, тот, к кому он обращается, должен иметь силы на это, не должен быть бессильным, исключается аджиз, то есть бессильный. Четвертое условие, он должен иметь убеждение, что тот, к кому он обращается с какой-то просьбой, он всего лишь причина, и принесет он пользу ему или отведет от него вред, это зависит целиком только от Аллаха Субхану ва Тааля, а это всего лишь причина. Это человек, к кому он обращается, всего лишь причина. Далее автор, рахималлаху тааля, среди видов поклонения упоминает такой вид поклонения, как алистиана, просьба о помощи. Алистиана, просьба о помощи. Такой вид поклонения, как алистиаза. Алистиаза, то есть прибегание к защите, покровительству. И такой вид, как алистигаса, просьба о спасении. Так? Алистиана, алистигаса, алистиаза. Просьба о помощи, просьба о спасении, просьба о чем? О защите, о покровительстве. Вот все, что мы сказали с вами про дуа, то же самое можно сказать и про алистиана, то есть обращение за помощью. Можно ли кому-либо из творений обратиться за помощью, то есть истиана совершить? Мы говорим то, что говорим про дуа. Если просьба касается, просьба о помощи, касается чего-то, на что способен только Аллах Субхану ва Тааля, в чем может помочь только Аллах Субхану ва Тааля, а он обращается с такой просьбой о помощи к творению, то это будет большой ширк. Если же это находится в пределах человеческих возможностей, то истиана допустима, не к Аллаху Субхану ва Тааля, но при наличии тех же самых четырех условий, которые действуют в отношении дуа, которые были упомянуты. Например, кого-то из братьев мы просим перенести вот этот шкаф в другую комнату или этот стол. Просим перенести в другую комнату. Говорим ему, вот такой-то, окажи мне помощь в перенесении этого стола. Можно? Можно, да. Потому что есть все условия. Брат живой, альхамдулилля. Присутствующий, альхамдулилля. Имеет для этого силы, альхамдулилля. Имеет для этого силы. Мы считаем его только причиной. Аллах Субхану ва Тааля, он распоряжается причинами. Итак, истиана, понятно. То же самое касается такой вещи, как ашшафа'а. Шафа'а, что такое шафа'а? Шафа'а это обратиться к кому-то, кто имеет какое-то влияние, чтобы он походатайствовал перед кем-то. Перед кем-то. В отведении какого-то вреда или, наоборот, получении какой-то выгоды, какой-то пользы. Ходатайство. Есть какой-то человек, ты просишь, он говорит, походатайствуй перед кем-то. Вот вопрос шафа'а. Шафа'а происходит от слова шафа'а. Шафа'а что такое? Чет. В отличие от витр. Витр это что? Нечет. Нечет, то есть нечетное количество. Ты один просишь, ты один. Это нечет. Присоединяешь чье-то слово к своему слову, это уже будет что? Ты сделал это нечетное, сделал четное. Поэтому называется шафа'а. Ходатайство. Так вот, ходатайство. Действует уже правило. Можно ли просить ходатайство у кого-то, кроме Аллаха Субхана ва Тааля? Если приходит к какому-то уважаемому человеку, говорит, походатайствуй, сделай шафа'а за меня перед отцом вот этой вот девушки, чтобы он отдал ее за меня замуж. Можно? Можно. Потому что этот кому-то обращаешься, чтобы он походатайствовал. Он живой, живой, он не мертвый. Исключаются мертвые, те, которые приходят к мертвым и говорят, походатайствуй за меня перед Аллахом, чтобы я, чтобы я, чтобы... Недопустимо. Поэтому живой, живой, этот, которого попросили поговорить с отцом. Живой, живой. Второе, он присутствующий, присутствующий. Третье, что? Он способен? Да, способен. Четвертое, он всего лишь что? Всего лишь причина. Он всего лишь причина.
То же самое касается алистигаса. Алистигаса, что это, просьба чего? Спасения. Человек, например, горит, дай Аллах благополучия, или утопает где-то, или еще чего-то, и просит о спасении. Можно просить о спасении кого-то, кто на берегу? Можно. Почему? Почему? Потому что он живой, а не мертвый. Потому что он присутствующий, а не отсутствующий. Если он начнет, утопая, просить какого-нибудь там святого, который где-то праведника, не подойдет. Третье условие. Он может спасти? Может спасти. Четвертое условие считает его только что причиной. То же самое касается листиаза. Истиаза – это что такое? Просьба о защите, о покровительстве. Вот с этими просьбами можно обращаться к творениями. В каких вещах? Еще раз. В тех вещах, которые находятся в рамках человеческих возможностей. При наличии четырех условий, о которых мы сказали. Дальше среди видов поклонений, которые упоминает автор, страх. Страх. По-арабски «аль-хауф». «Ва-аманаху мин хауф». То есть избавил их от страха. «Аль-хауф». Страх делится на три вида. Мы должны их запомнить. Три вида. Некоторые упоминают больше, то есть делят эти виды на другие еще подвиды. Но мы скажем, в общем, сколько видов страха? Три. Первый вид страха – страх, который является поклонением. Страх, этот называется хауф айбада, страх поклонения. Страх ушо, страх смирения, страх тазаллюль, самоуничижение, страх таазим, возвеличивание. Хорошо? Страх внутреннего самоуничижения, страх покорности, тайный страх внутренний, который в сердце. Страх перед наказанием, который придет какими-то незримыми путями, когда человек вроде и нет того, кого он боится, с ним как бы, да, например, то есть он как бы один вроде там, да, ну и что? Страх. Вот такой вид страха. Итак, первый вид страха это какой? Страх, который называется айбада таазим сир. Это его качество. Айбада, то есть страх чего? Поклонения, когда человек самоуничижается, когда человек проявляет смирение внутреннее и так далее. Таазим, возвеличивание при этом. И сир, этот страх, какой тайный страх? Он в сердце. Он в сердце, этот страх. Человек боится, что будет послано ему какое-то несчастье, или какая-то кара какая-то, какое-то наказание, какими-то незримыми путями придет. Вот такой вид страха. Понятно? Мы его описали вот так объемно, чтобы было понятно, что это за страх. Вот такой страх посвятить кому-то, кроме Аллаха Субхана ва Та'аля. Вот этот страх поклонения, возвеличивания, тайный страх, являющийся внутренним, пронизывающим сердце, опасением наказания, которое придет. Вот такой страх, посвящение его Аллаху Субхана ва Та'аля, это ваджиб, это обязательно. Если у человека отсутствует страх перед Аллахом Субхана ва Та'аля, этот страх поклонения, возвеличивания, тайный страх, то это куфар. Это выход человека из религии. Страх обязательно должен присутствовать такой. Ваджиб. Обязательно. Это поклонение обязательное. Если такой страх посвятит человек не Аллаху Субхану ва Та'аля, то это будет ширк. Это будет ширк. Какой ширк? Аш-ширкуль акбар. Большой ширк. Куфр. Пример, чтобы было понятно. Часто приводим этот пример, поскольку приводит один из ученых его. Это чтобы было более ясно. Есть некая гробница в Египте, якобы там лежит человек по имени Бадауи. Там оказался Тальбулей, то есть человек-искатель знания в том районе. Хорошо. Он ехал с каким-то человеком, который вел машину, шофер, не знаю, таксист он или кто. И теперь, значит, подошел к нему юноша и говорит: ради Аль-Бадауи, дай мне садака, дай мне милостыню. Этот человек, ученый Тальбулей, сказал: я не дам тебе садака ради Аль-Бадауи. Ради Аль-Бадауи не дам. И поехали. Теперь всю дорогу шофер молчит и трясется. Молчит и трясется. Когда доехали до места назначения, он облегченно вздохнул, сказал: почему? Почему ты так облегченно вздохнул? Он говорит: потому что ты не дал ради сейд Аль-Бадауи, господин Аль-Бадауи, не дал садака, отказал, и я боялся, что нас накажет, что постигнет нас несчастье сейчас, какое-то авария или еще что-то.
Вот это и есть тот самый, что вот этот страх, страх поклонения. Мы сказали поклонение, возвеличивание и тайный страх, да? Понятно. Второй вид страха – дозволенный страх. Дозволенный страх, или его называют аль-хауф ат-таби'и, естественный страх. Естественный страх. Человек боится огня, например. Человек боится диких зверей. Человек боится разбойников каких-то вооруженных, каких-то преступников, каких-то сильных несправедливых врагов человек боится. Это страх, дозволенный страх, потому что он естественный страх. Такой страх не грех. За такой страх человек не заслуживает порицания. Если только он не переходит рамки, конечно, определенные. Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, сура Аль-Касас, про Муса алейхиссалям: «Фахараджа мина хаифан йатараккаб». И он вышел из города, испытывая страх. То есть Муса, алейхиссалям, вышел из города, испытывая страх, оглядываясь, и сказал: «О Господь мой, спаси меня от народа несправедливого». Третий вид страха – запрещенный страх. Запрещенный страх – что это за страх запрещенный? Аль-хауф аль-мухаррам. Когда вот тот естественный страх переходит рамки, так что человек начинает ослушиваться Аллаха Субханаху Та'аля, совершать харам или оставлять ваджиб. Когда он начинает слушать творение, ослушаясь Творца, подчиняться творению, ослушаясь Творца, это уже страх какой? Запрещенный страх. Запрещенный страх. Поэтому Аллах Субханаху Та'аля говорит: «Фаля тахафума хафуни». Не бойтесь их, а бойтесь меня. Не бойтесь их, а бойтесь меня. То есть те люди из многобожников, которые грозят вас уничтожить, которые сражаются с вами. Если вам приказано сражаться с ними, Аллах Субхану Тааля обращается к сахаба, к сподвижникам пророка, алейхиссалату вассалям, то вы из-за страха перед ними, да, страх может быть, естественно, их много, они сильные, но из-за страха перед ними вы не ослушиваетесь приказа Аллаха Субхану Тааля, приказа посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Итак, третий вид страха – запрещенный страх. Это какой страх? Когда человек покоряется творением каким-то, кому-то из людей, кому-то из творений, в том, что является ослушанием Творца, оставляет какие-то обязательные предписания Аллаха, Субхана ва Тааля, или совершает запретное. Это А, пункт А здесь, в запрещенном страхе. Еще что относится к запрещенному страху? Когда первый вид страха переходит границы. Запрещенный вид страха, таким образом, страх, когда человек переходит границы во втором его виде, дозволенный страх, мы сказали, перешел границы, послушание творению путем услушания Творца. И когда первый страх это что? Страх перед Аллахом Субхану ва Тааля, страх поклонения, возвеличивания. Человек переходит рамки. Каким образом? Его страх дошел до степени отчаяния в милости Аллаха Субхану ва Тааля. Что? Если страх привел к отчаянию милости, а человек потерял надежду на милость Аллаха Субхана ва Та'аля, это запрещенный страх. Если человек вообще потерял надежду на 100% в милости Аллаха Субхана ва Та'аля, то это уже куфр. Как отсутствие полного страха куфр, так и отсутствие надежды на милость Аллаха Субхана тоже неверие, куфр. Так запрещенный вид страха, когда человек теряет, отчаивается в милости Аллаха Субхана, теряет надежду на милость Аллаха Субхана ва Та'аля, шайтан вот так вводит некоторых людей в заблуждение. Конечно, шайтан очень искусен в том, как вводить людей в заблуждение. Он не приходит и не говорит: «Я пришел к тебе, чтобы призвать тебя к заблуждению». Нет, он это делает очень искусно. То есть под маской чего-то благородного, чего-то праведного. Так вводит некоторых людей в заблуждение и говорит: «Ну, ты столько сделал грехов, но так ты уже много совершил преступлений, ну что уже тебе, уже надеяться на что-то? Зачем тогда тебе поклоняться? Зачем тебе намаз? Зачем тебе все эти праведные деяния для такого, как ты, который столько зла уже натворил?» И вводит человека, ввергает его в отчаяние, заставляет его таким образом бросить покорность Аллаху Субхану ва Тааля и продолжать грешить. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Кули я ибади аллазина асрафу аля анфусим, ла такнату мин рахматиллах, инна Аллаха йагфиру дзунуба джамиа». Скажи, передавая слова мои, Аллах Субхану ва Тааля говорит пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, скажи: «О рабы мои,
рабы Аллаха Субхану Та'аля, которые приступили против самих себя, против своих душ, то есть совершая грехи. «Ля такнату мин рахматиллах». «Не отчаивайтесь в милости Аллаха». «Инна Аллах янфиру зунуба джами'а». «Поистине Аллах прощает все грехи». Все грехи, тот, кто кается, Аллах прощает им грехи. Покаявшийся в грехе подобен тому, у кого нет греха. Так, это то, что касается какого вида поклонения? Аль-хауф. Мы сказали о скольких видах? Трех. Первый вид был страх, поклонение, возвеличивание тайный. Ваджиб, посвящать Аллаху, ширк большой, посвящать не Аллаху. Второй был дозволенный, естественный страх. Третий вид, запрещенный страх. Какой? Когда страх перед Аллахом доводит до отчаяния, или когда переходит границы так, что творение слушает, ослушиваясь Аллах Субхану ва Тааля, да, оставляя ваджиб или совершая харам. Следующий вид поклонения упоминает автор там, рахим Аллаху Тааля, упование. Мы только сейчас пока основные упомянем, иншаллах. Таваккуль. Упование по-арабски таваккуль. Что такое таваккуль? Сидку ли'тимад аля Аллах ма'асикати бихи валь-ахзи биль-асбаб. Это определение по-арабски, по-русски. Это когда человек подлинно опирается, полагается на Аллаха, доверяя ему и предпринимая дозволенные шариатом причинные действия, возможные меры. Это таваккуль. Еще раз, что такое таваккуль? Это когда человек подлинно полагается, опирается на Аллаха, доверяя ему, доверяя Аллаху Субхану ва Тааля, и предпринимая дозволенные шариатом возможные меры, то есть совершая причинные деяния. Ясно? Вот это вот таваккуль. А эти все определения надо учить, потому что они очень важны. Они раскрывают суть этих важных видов поклонения. Упование, таваккуль также имеет виды. Уляма говорят о видах таваккуля. Мы с вами скажем, что видов таваккуля три. Три. Первый вид таваккуля. Это таваккуль ваджиб. Обязательный таваккуль. Обязательное упование. Если человек посвящает его не Аллаху Субхану ва Тааля, то это будет великий ширк. Ширкуль акбар, вводящий человека из религии. В чем состоит? В том, что человек полностью, абсолютно припоручает свои дела Аллаху Субхану ва Тааля. Целиком и полностью опирается своим сердцем на Аллаха Субхану ва Тааля. И убежден, что только в руках Аллаха Субхану ва Тааля польза и вред. Получение человеком пользы или отвращение, отведение от него вреда. Вот это обязательный таваккуль. Обязательный таваккуль. В чем состоит обязательный таваккуль, который посвящается только Аллаху? Если посвящается не Аллаху, то это большой ширк. Полностью, абсолютно опирается своим сердцем на Аллаха Субхану ва Тааля. Припоручает полностью Аллаху Субхану ва Тааля свои дела. Еще что? Убежден, твердо убежден, что только в руках Аллаха Субхану ва Тааля принести пользу или отвести вред. Первый вид таваккуля, обязательный таваккуль, посвящается Аллаху Субхану ва Тааля только. Второй вид таваккуля, таваккуль, который является малым ширком, является малым многобожием. Что это такое? Как это? Когда человек на кого-то из живых людей, живых, если на мертвых полагается, то уже понятно, это что будет? Это будет большой ущерб. Тут вроде на живого человека, человека, у которого есть какие-то возможности, да, но он на него вот так полагается сердцем, так опирается в своем сердце, что ощущает свою нужду в этом человеке и зависимость от него. Пример на какого-то правителя, на какого-то высокопоставленного человека или на богатого человека опирается в вопросе получения материальных каких-то благ, каких-то средств к существованию и ощущает привязанность сердца к этому человеку, что опирается он сердцем где-то на этого человека. Вот это вот что? Это малый ширк. Это малый ширк. А ширку асар. Когда мы говорим малый ширк, это не значит, что это что-то не страшное. Хорошо? Малым он называется в сравнении с великим ширком. А так это большой грех. Хорошо? Это не просто малый ширк, значит, что-то незначительное, как некоторые думают, судя по названию. Третье. То, что называется по-арабски аль-вакаля. Вакаля, что такое? Уполномочивание кого-то. Это вещь дозволенная. То есть, кого-то ты уполномочиваешь
совершение тех или иных действий каких-то, каких-то твоих дел. Это называется таукия, у нас называется еще доверенность, да, как-то, ну, уполномочил кого-то. Пророк Сасарам вот так вот уполномачивал людей, некоторых, для совершения каких-то дел, для выполнения каких-то дел общих, связанных там, с делами уммы, кого-то назначал, уполномачивал, и в каких-то своих личных делах, то есть кому-то давал деньги, уполномочивал купить для него что-то, какой-то товар, например, овцу. Это что? Уполномачивание. Таукиль. Вакаля. Вещь дозволенная. Смотрите, корень тот же. Вакаля таваккуль. Вакаля. Вакаля таваккуль. Вакаля. Корень тот же. Но здесь говорить таваккальту. Таваккальту аля фулан. Я уповаю на него. Нельзя. Хорошо. Говоришь ваккальтуху. Я его уполномочил. Я ему поручил. Ваккальту фулана. Не говоришь таваккальту алейхи. Уповаю на него. Также нельзя говорить «Таваккальту аля Аллах, сумма алейк». «Уповаю на Аллаха, а потом на тебя». Тоже нельзя говорить. «Таваккуль» – это поклонение. Оно посвящается только Аллаху, субхана ва тааля. Хорошо? Когда ты творению получил что-то, человеку поручил, уполномочил его в чем-то, это что называется «вакаля». «Таваккуль» не говоришь. Понятно? Это что касается «таваккуля». Дальше у вас что там? У вас есть... такая вещь, как остережение. Рахба-рахба, аль-хушуа, иншаллах, позже мы рассмотрим. Такая вещь, как остережение, аль-хашья. Аль-хашья, остережение. Что такое остережение? Что такое аль-хашья? Внимательно. Это такой страх, это тоже страх. Но в отличие от вот страха, о котором мы говорили в начале, это не просто страх, это страх, который основан на знании. Внимательно. Страх, основанный на знании о величии того, кого боишься, и полноте его власти. Вот это называется аль-хашья. То есть хашья – это нечто более что специфическое, не всем свойственное. Итак, что такое аль-хашья? Хашья – страх, основанный на знании. О чем знании? Величии того, кого боишься. Полноте его власти. Это аль-хашья. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Иннама яхша Аллаха мин ибадихи аль-улама». «Иннама яхша Аллаха мин ибадихи аль-улама». Поистине остерегаются аль-хашья, яхша. Остерегаются Аллаха из рабов Его только знающие. Хашья бывает у кого? У знающих. Хашья бывает у знающих, не у джаилей. Которые знают об Аллах Субхану Тааля, знают о Его величии. Дальше, среди видов поклонения, которые у вас упомянуты, заклание. Заклание или резание. Резание животного. Или заклание животного. По-арабски «аззабх». «Аззабх». Хорошо? «Забх» бывает, если взять просто как оно режется. Если режется у основания шеи, это называется «нахр». Обычно верблюдов так режут у основания шеи. Если режут там, где шея переходит в голову, в этом месте, это называется забах. Это обычно овец и так далее. Понятно. Итак, резание, заклание по-арабски «азабах» делится на виды. Внимательно. Резание не для Аллаха. Скажите мне, это что? Кто скажет? Резать животное не ради Аллаха. Ширкуль-акбар. Ширкуль-акбар. Не точно. Потому что вы не удивляйтесь, что это так, как бы не расстраивайтесь. Так, как вы отвечаете, 99,9. Хорошо, а может и больше. Резание животного бывает нескольких видов. А точнее трех. Первое. Резание ради Аллаха Субхана ва Тааля, как поклонение с возвеличиванием, любовью, самоуничижением, со стремлением приблизиться к довольству. Хорошо? Понятно? Резание ради Аллаха Субхана ва Тааля. С предельной любовью, возвеличиванием, стремлением приблизиться к Аллаху и заслужить его довольствие, благосклонность, самоуничижением, покорностью, раболепием. Примеры этого резания ради Аллаха Субхана ва Тааля. Аль-Удхия, или мы называем его Курбан у нас чаще, да? Аль-Удхия. Аль-Удхия. Или Аль-Адахи, множественное число. Удхия. То, что мы режем в Иду-Л-Адха, в дни Курбан-Байрама.
аль-удхия. Еще сюда входит аль-хади. Аль-хади – это то, что режет паломник хаджи, который совершает хадж какой? Таматту. Или другой вид хаджа еще есть аль-киран. Они режут аль-хади. Специальное животное режет паломник в хаджи. Еще из вот этих вот видов резания ради Аллаха субхана ва тааля, видов поклонения. Акика. Акика. У человека, который рождается ребенок, режет он акику. Благодаря Аллаху субхана ва тааля за этот дар. Еще то, что вы сказали. Резание животного для того, чтобы раздать его мясо в качестве садаки. Как садака. Это виды резания, поклонения. Посвящение вот этого вида резания, это то, о чем сказал наш брат. Это большой ширк. Вот это большой ширк. Второй вид резания, заклания или забха, дозволенное. То, что относится к категории мубаха, дозволенного. Например, человек режет овцу для того, чтобы поесть мясо. Ну, захотелось мясо человеку. Сказал бисмилля, зарезал. Не как поклонение, просто зарезал. Сказать, это поклонение совершил он ради Аллаха субхану тааля. Нет, просто зарезал, мясо захотел. Сказал бисмилля, как положено, по шариату. Или чтобы гости угостить, гость пришел, зарезал, чтобы угостить гостя. Или он торгует мясом. Режет животное, чтобы торговать мясом. Это не первый вид, это не поклонение, не айбада. Что это резание, относящееся к категории какой? Халяль или мубах, дозволено. Человек режет барана, мы спрашиваем, для чего режешь? Он отвечает, ну, чтобы семья мясо поела. Дозволено это, правильно, так сказать. Это вещь, действие. Дозволено, правильно. Для чего режешь? Режу, чтобы мясо продать. Дозволено, правильно? Да, дозволено, правильно. Режу, чтобы накормить гостей. Ответ такой же. Дозволено, правильно. А может быть, даже иногда ваджиб. Когда принимать гостей, оказывать им гостеприимство, бывает, когда это ваджиб. Хорошо? Это второй вид резания. Дозволенное резание. Забхаль-мубах. Третий вид резания. Резание ради кого-то, помимо Аллаха субхана ва тааля, с любовью и возвеличиванием. То есть то, что в первом виде мы сказали, ради Аллаха субхана ва тааля, здесь человек делает это с любовью, возвеличиванием, такое резание с раболепием, уничижением и так далее внутри, желание достичь благосклонности и так далее, с предельной любовью, возвеличиванием. Делает это, но не ради Аллаха субхана ва тааля. Это что? Это большой ширк. Это большой ширк. Аш-ширкуль акбар. Например, человек режет животное ради джинов. Даже если это курица. К сожалению, распространено это. Такие обряды, резание кур, потом поливание их кровью, там, фундаментов, не знаю, у нас, в наших краях вот такое распространено. Заливать фундамент люди решили, и режут петуха там, или курицу поливают, потом ты кровью там все. Не ради Аллаха субхану, ради джина режут, хоть это будет петух, хоть курица. Ради святого, что в могиле лежит. Или... У нас этого нет, альхамдулилля. Но в некоторых арабских странах распространено такое. Резание перед ликом правителя называется. Это знак особой любви, особого возвеличивания правителя. Не чтобы угостить правителя. Угостить другое дело, как всякого гостя. А именно знак возвеличивания особой любви к нему, когда он проезжает или когда он выходит перед его ликом зарезать животное, зарезать барана или верблюда. Это все будет что? Это будет ширк. Какой вид его? Большой ширк. Аш-ширкуль акбар. Дальше, среди видов поклонения, которые упомянуты у вас, обет. Обет по-арабски назар. Назар, когда человек возлагает на себя что-то, выполнение чего-то, что не является для него ваджибом. То есть делает для себя ваджибом обязательным. Совершение чего-то, что не является ваджибом, это называется назар. Обет делится на два вида. Обет, посвященный Аллаху Субхану ва Тааля, назар лилля. Обет, посвященный не Аллаху Субхану ва Тааля. Ан-назру ли гайрилля. Первое это что? Обет, посвященный Аллаху Субхану ва Тааля, это хукм его, поскольку это вид поклонения, хорошо. Хукм его мы рассмотрим позже, иншаллаху тааля, что это, как это и так далее, когда будем изучать китабу тавхид. Но обет, посвященный Аллаху Субхану ва Тааля, как один из видов поклонения. Должен быть посвящен только Аллаху Субхану ва Тааля. Обет, посвященный не Аллаху Субхану ва Тааля, это что? Это ширк. Это ширк. Вот посмотрите, по своей словесной форме обет и нузур по-арабски, или назар, единственное число, они похожи на клятву по своей словесной форме. Но по хукму
по хукму, то есть по суждению ислама о них, отличается от клятвы. Клятва не Аллахом Субхану ва Та'аля, хукм ее какой? Ширк какой? Малый. Малый ширк. Аль-Асгар. Конечно, может дойти до уровня большого ширка, но в общем ширк малый. Что касается обета, посвященного не Аллаху Субхану ва Та'аля, то уляма говорят о том, что это большой ширк. Подробности этого вопроса, иншаллаху та'аля, о обетах и какие виды обетов, о хукм обетов и так далее в исламе. Это мы будем разбирать бизни ля и та'аля при изучении китаба Таухид. Вассаллаху саляму аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи.